Ребята, всем привет! Сегодня я хотел бы поделиться с вами небольшой такой информацией. Может, будет кому-то полезно. В особенности она будет полезна для владельцев, которые владеют машиной Toyota или Toyota RAV4. Вот такое вот приложение. Она устанавливается на ваш смартфон. Приложение действительно очень полезное. Работает вообще изумительно, и я уже пользуюсь им где-то около месяца, и я очень доволен, и хотел бы поделиться с вами, с владельцами Toyota. Вот, ребят, я хотел бы сейчас вкратце так рассказать, многое времени не займу. Я сейчас объясню, что это приложение вам дает, какие они преимущества вот в этом приложении есть. И также я вам покажу, как можно будет с телефона, находясь дома или еще где-нибудь, просто-напросто вы запланировали ехать завтра в какой-нибудь город, и вам нужна навигация, и вы также можете, лежа на диване в своем смартфоне, через это приложение набрать адрес и отослать на вашу Toyota. Это приложение, получается, вы устанавливаете на свой смартфон, и чтобы это приложение соединить с вашей мультимедией, получается, вашего автомобиля, вам, не знаю как, мне это устанавливали, допустим, в автосалоне. Как бы все это делали мне бесплатно, так как я там клиент, и мне установили, только сам я установил на своем смартфоне это приложение, зарегистрировался там, и все. Приехал в автосалон, объяснил им, что я хочу установить в мою машину вот это вот приложение. И буквально где-то заняло это где-то около 10 минут. И мне специалист установил, соединил мой телефон с моим автомобилем. И я сейчас уже как месяц, как я уже сказал, езжу, радуюсь, и одни просто восхищения. И также я хотел бы поделиться с вами. Не могу точно утверждать, что эта программа очень хороша для бензиновых автомобилей, так как у меня гибрид, и действительно вот это приложение очень хорошо подходит к автомобилям с гибридной установкой. Давайте я вкратце вам сейчас объясню, что здесь вообще прилагается в этом приложении. Это приложение дает, допустим, если вы приехали в очень большой город, запарковались и очень далеко от своего автомобиля отошли. Город чужой, и вы как бы сильно хорошо местности не знаете и забыли, где вы запарковали свой автомобиль. Через эту программу вы также можете очень легко найти свой автомобиль, зайдя в это приложение. Там есть такая как бы функция, которая находит ваш автомобиль, где он запаркован. И вы можете просто нажатием кнопочки, и получается, навигация доведет вас до места парковки вашего автомобиля. Второе. Это приложение дает также очень хорошую такую штуку, которую вы в этом приложении вы можете также посмотреть свой километраж автомобиля, все данные своего автомобиля, кузов номера, кузов двигателя, куда вы вчера ездили, сколько вы потратили бензина, где вы, допустим, проехали на электричестве, где вы проехали слишком как бы быстро. Вся эта информация будет у вас на вашем смартфоне. Третье. Также эта программка дает очень тоже хорошую такую фишку. Также вы заходите в это приложение, там есть такая как бы графа, инспекцион, как бы напоминание, когда вам надо делать сервис, да, получается, по-русски. Заменить масло, фильтра, или какое-то у вас, допустим, назначено время в автосалоне, что вам надо приехать. Это вы все можете сохранить также на своем телефоне. И когда подходит километраж, так, потому что как бы телефон ваш соединен
с вашим автомобилем, и вся информация, естественно, сразу же приходит на телефон, и вы как бы знаете, когда вам нужно сделать инспекцион, заменить масло, фильтра, или если у вас есть, допустим, как бы запланированное время в автосалоне, также вам приходит уведомление, что вам нужно посетить автосалон. Так, эта программка еще дает плюс, допустим, вы едете на автобане или где-нибудь по дороге, по трассе загородной, также вам эта программа оповещает вас заранее, что где-то по дороге получается авария или что-то такое, что, допустим, что-то, что случилось, чтобы вы были бдительны и осторожнее. Это вам приходит информация уже к вам в машину, в мультимедию. Так, что здесь еще хорошо? Вот, я еще хотел сказать, рассказать, вот тоже классная штука, я прям вообще не нарадуюсь, я ее уже пользуюсь, я уже не знаю, как я сказал, уже месяц это у меня программка, это приложение установлено, и я, допустим, езжу очень часто по работе по разным городам, и получается, как бы я сразу заранее вечером дома, лежа на диване, также планирую, как мне поехать. Я также через эту программу набираю адрес, куда мне нужно приехать, и отсылаю. Там как бы есть кнопочка «Отослать на ваш автомобиль», и он автоматически отсылается на ваш автомобиль. И вы когда с утра встаете, заводите машину, включаете навигацию, и у вас уже показывает как бы адрес, который вы сделали вчера. Но это вам сейчас я все покажу в видео. Вот, ребят, ну как бы вот такая вот фишка. Прикольная, классная. Советую установить. Как бы это не реклама, ну просто как бы, как сказать, пользуясь случаем, хочу вам тоже с вами поделиться такой информацией. Давайте я вам сейчас покажу, как это все работает. Поехали. Итак, ребята, как мы видим, у меня на телефоне установлена вот эта вот программка. Мы на нее нажимаем, заходим сразу же в главное меню. Здесь, ребят, смотрите, вот такое вот меню. У меня, конечно, телефон на немецком языке. Я вам сейчас вкратце объясню, что здесь, что почем, чтобы было бы как бы ясно. Получается, что, как я уже говорил, эта информация, когда делать сервис, инспекцию, то есть, допустим, вам нужно будет поменять масло, вы указываете здесь, какой километраж вам нужно поменять масло, и оно сохраняется здесь, и, естественно, вам придет информация, когда наступит вот это вот число, ну как число, километраж. Как видим, мне еще осталось 11609 километров до замены масла. Так, как я уже говорил, вот эта программа тоже классная штука. Ребята, вот смотрите, допустим, вы забыли, где вы запарковали свою машину. Ну, бывает такое, случается действительно в жизни. Вы также можете по телефону найти свою машину. Смотрите, адрес, все, пожалуйста. Также вы можете просто-напросто нажать на кнопочку вот эту вот, и навигация будет вести вас, получается, к вашему автомобилю. Также вы можете все свои данные скинуть кому-то, где находится ваша машина. Также здесь вот такие вот как бы значочки, как мы видим, красные, желтые. Здесь, если вдруг что-то у вас случается с машиной, естественно, они будут загорятся, они, и вам поступит информация, что у вас какие-то неполадки в вашей машине, и что вам нужно будет сделать. Обратиться на станцию. Также я уже сказал, что это напоминание,
если когда вам надо делать ремонт или еще что-нибудь, запланирована у вас какая-то встреча в автосалоне, также все, можете информацию здесь записать, и, естественно, вам будет напоминать за день или за два, я не знаю, ну, у меня как бы такой информации в данное время нету, потому что я не собираюсь еще ремонтировать машину. У меня только стоит замена масла. Также, ребят, информация о вашей машине и вся информация находится также в этой вот программе. Все полностью. Машина, год, номер кузова, номер двигателя, километраж машины. Ну, полностью все даты стоят. Также вы, если по желанию, конечно, если вы хотите, также можете все свои персональные даты тоже сохранять здесь. И вся информация будет о вас и о вашей машине, о хозяине находиться вот в этом вот конверте. Эта программа очень хороша, если у вас машина гибрид. Также вы можете посмотреть, сколько вы проехали на электричестве, сколько вы пунктов набрали на гибриде, где вы сэкономили, где вы не сэкономили полностью, ваш расход, сколько вы проехали часов. Ну, вся информация. Также вы можете за месяц посмотреть, также вы можете за год посмотреть, также за неделю. Вся информация, ребят. Еще классная фишка в этой программе, действительно, это вообще, ну, действительно классно, ребята, бомба. Давайте просто-напросто скажем, что завтра мы хотим ехать в Берлин или в Гамбург или куда угодно, да. Вот, допустим, я сейчас в данное время живу в Германии, я называю города немецкие. Вы лежа на диване также включаете вот эту вот функцию в этой программе, сдаете адрес, давайте мы поедем в Гамбург, да? Гамбург. Гамбург. Так. Давайте зададим такую штрассу. Хауптштрассе. Вот Хауптштрассе. Как мы видим, ребят, в этой программе также есть навигационная система. Она уже рассчитала ваше время. 8 часов мне надо будет ехать. 793 километра. И также просто нажатием вот этой кнопочки красной. Здесь написано, что в автомобиль отослать всю информацию, которую я сейчас задал. Я нажимаю на эту кнопочку. И как мы видим, что наша поездка успешно переслана была на навигационную систему моего автомобиля. Давайте мы сейчас посмотрим, что у нас получилось в навигационной системе. Еще, ребята, хотел сказать, что эта функция, если вы хотите, чтобы она у вас всегда работала и соединялась с вашей машиной, есть вот такая вот, я думаю, что на каждом телефоне в настройках вот это вот. У меня здесь написано на немецком персонлихе Hotspot. Я не знаю, как она на русском называется, но вот такая вот зелененькая, да? Вы поняли. Итак, ребят, давайте мы будем проходить к навигационной системе нашего автомобиля. Прежде чем приступить, мы, естественно, запустим наш автомобиль. Итак, наш бортовой компьютер загружается, как мы видим, чтобы было побыстрее маленько. Так, сейчас мы переходим к навигационной системе, нажимаем на лупу, нажимаем на избранное. Давайте теперь сейчас посмотрим, где наш адрес. Сейчас, минуточку. Идет автоматическая загрузка пунктов, маршрутов сервера. Видать,
которую мы задали, естественно, она всю информацию передала на компьютер нашего автомобиля, навигационную систему. Так было успешно. Так, давайте заходим мы теперь обратно же в навигационную систему, избранная. Так, давайте смотрим. Итак, видим Гамбург. Видите, адрес весь уже сохранился, уже в вашей навигационной системе вашего автомобиля. Вам уже не нужно будет вводить там адрес, буквы, числа. Вы все это напросто сделали еще вчера дома, лежа на диване. Нажимаем загрузку. Едем мы в Гамбург. Идет загрузка со спутником, пролаживает маршрут нашего движения. Как мы знаем, здесь есть быстро, коротко, экономно. Внимание на маршруте, автострада, внимание на маршруте, туннель. Итак, ребят. Следуйте указателю направления с выезда, поверните налево и потом поверните налево. Итак, ребята, вот такое вот было как бы небольшое полезное видео. Как мы видим, мы проложили маршрут лежа на диване дома, и эта программа была связана с бортовым компьютером нашего автомобиля. Вот, ну как бы вот такая вот небольшая была информация. Все, ребят, буду заканчивать свое видео. Всем большое спасибо, не забываем подписываться на мой канал, следить за моими дальнейшими видео, и также не забываем ставить лайки. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.